Урок 34. Мужчина разговаривает с клерком в гостинице. Ему нужно снять машину в аренду. Un hombre necesita alquilar un coche. Прослушайте диалог. Buenos días, señorita. Necesito alquilar un coche. Muy bien, señor. No hay problema. La oficina está por ahí, a la derecha. Ahí a la derecha. Sí, señor. Siga por ahí y gire a la derecha. No está lejos. Bueno, muchas gracias. De nada, señor. Помимо этого курса, для еще более быстрого и правильного развития разговорной речи предлагаю платные индивидуальные уроки. Телефон 0034 641 488 529. Представьте, что вы разговариваете с клерком в гостинице. Скажите, что хотите снять машину. Я хочу снять машину в аренду. Quiero alquilar un coche. Где находится офис? ¿Dónde está la oficina? Офис, чтобы снять машину. La oficina para alquilar un coche. Здесь, в гостинице. Aquí, en el hotel. Этот человек там. Esa persona ahí. Этот большой человек. Ese hombre grande. Нет, не мужчина, женщина. No, el hombre no, la mujer. ¿Вы видите ее? ¿La ve? ¿Видите ее? ¿Usted la ve? Да, я ее вижу. Sí, la veo. Вижу. Veo. Ее вижу. La veo. Вижу ее там. La veo ahí. Большая женщина. Una mujer grande. Нет, большая нет. No, la grande no. Маленькая. La pequeña. ¿Вы видите ее? La ve. Да, сейчас я вижу ее. Sí, ahora la veo. Она может помочь вам. Ella puede ayudarle. Она. Ella. Ella. Она может помочь вам. Ella puede ayudarle. Представьте, что вы заполняете документы
по аренде машины. Клерк спрашивает вас: «Пожалуйста, как вас зовут?» Por favor, ¿cómo se llama usted? Меня зовут Александр Баранов. Me llamo Alexander Baranov. Напишите это здесь. Escríbalo aquí. Ваш номер телефона. Su número de teléfono. У меня нет телефона. No tengo teléfono. Но у моего друга Алексея есть телефон. Pero mi amigo Алексей tiene teléfono. ¿Какой у него номер телефона? ¿Cuál es su número de teléfono? Ваш друг. El amigo suyo. Можно сказать, конечно, su amigo. Вы знаете его номер? ¿Sabes su número? Ваш друг. El amigo suyo. Мой друг. El amigo mío. Можно сказать «mi amigo». Да, я думаю, что да. Sí, creo que sí. Подождите момент. Espere un momento. Пока вы ищете номер, клерк расспрашивает вас. Вы много водите? Conduce mucho? Да, к сожалению. Sí, desafortunadamente. Мне пришлось водить много. He tenido que conducir mucho. Но мне нравится водить. Pero me gusta conducir. Я вожу очень хорошо. Conduzco muy bien. Вот он. Aquí está. Вот номер. Aquí está el número. Та машина. Ese coche. Это ваша машина. Ese es su coche. Вы спрашиваете, когда вы должны вернуть машину? В который час? А qué hora? Завтра в который час? Mañana, a qué hora? В который час я могу прийти? A qué hora puedo venir? В 5 после обеда.
A las 5 de la tarde. 6 вечера. A las 6 de la tarde. 6 утра. A las 6 de la mañana. После 6 утра. Después de las 6 de la mañana. Я приду в 10 утра. Llegaré a las 10 de la mañana. Хорошо, но не в 10 ночи. Bien, pero a las 10 de la noche no. Нет, я понимаю. No, entiendo. Хорошо, спасибо за помощь. Bien, gracias por ayudarme. Меняем тему и переходим к ресторану. Помните, как говорится, пиво? Cerveza. Вам нравится пиво? Le gusta la cerveza? Да, мне нравится пиво. Sí, me gusta la cerveza. Я хотел бы заказать одно пиво. Quisiera pedir una cerveza. Заказать. Pedir. Pedir. Заказать одно пиво. Pedir una cerveza. Я хотел бы. Quisiera. Я хотел бы заказать. Quisiera pedir. Я хотел бы заказать пиво. Quisiera pedir una cerveza. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях ваши вопросы, жмите на колокольчик, если хотите получать уведомления о публикации следующих уроков. Вино. Вино. El vino. Мне нравится вино. Me gusta el vino. Больше, чем вино. Más que el vino. Больше, чем пиво. Más que la cerveza. Мне нравится вино больше, чем пиво. Me gusta el vino más que la cerveza. Я хотел бы заказать вино. Quisiera pedir un vino. Вам нравится красное вино? Le gusta el vino tinto? Красное вино. Vino tinto. Белое. Blanco. Blanco. Белое вино. Vino blanco. El vino blanco. Мне нравится белое вино. Me gusta el vino blanco. Больше, чем красное вино.
Más que el vino tinto. Гораздо больше. Mucho más. Я всегда пью красное вино. Siempre bebo vino tinto. Я хотел бы заказать красное вино. Quisiera pedir un vino tinto. Я не хочу заказать вино. No quiero pedir un vino. Я никогда не пью вино. Nunca bebo vino. Никогда. Nunca. Nunca. Я никогда не пью вино. Nunca bebo vino. ¿Y piva? ¿Y cerveza? Да, я хотел бы заказать одно пиво. Sí, quisiera pedir una cerveza. ¿Вы пьете вино? ¿Usted bebe vino? Y ya pío piva. Y yo bebo cerveza. ¿Что-нибудь еще? ¿Algo más? Нет, ничего больше. No, nada más. Нет достаточно времени. No hay suficiente tiempo. Никогда нет достаточно времени. Nunca hay suficiente tiempo. У меня только 10 минут. Solo tengo 10 minutos. 11 минут. 11 минутos. Может быть, 12 минут. Quizás 12 минутos. Почему? ¿Por qué? Потому что мне нужно идти. Porque tengo que irme. Не поев. Sin comer. Дословно без есть. Sin comer. Я должен идти, не поев. Tengo que irme sin comer. Не поев. Sin comer. Да, один друг. Sí, un amigo mío. Я должен навестить его. Tengo que visitarlo. Ваш друг? Un amigo suyo. Да, я должен навестить его. Sí, tengo que visitarlo. Теперь вы в кафе. Добрый вечер, девушка.
Buenas tardes, señorita. Добрый вечер, господин. Buenas tardes, señor. Я хотел бы заказать вино. Quisiera pedir un vino. Красное вино или белое вино? Вино тинто о вино бланко. Я хочу красное вино из Ривера дель Дуэро, пожалуйста. Quiero vino tinto de Ribera del Duero, por favor. Ah, к сожалению, у нас нет вина из Ribera del Duero. Ah, desafortunadamente no tenemos vino de Ribera del Duero. Как жаль. Qué lástima. Vino из Ribera del Duero, очень хорошее. El vino de Ribera del Duero es muy bueno. ¿A este vino es Rioja? ¿Hay vino de Rioja? Da, vino es Rioja y este. Sí, vino de Rioja sí hay. Тогда я хотел бы заказать красное вино. Entonces, quisiera pedir vino tinto. Красное вино из Риохи. Vino tinto de Rioja. ¿Что-нибудь еще? ¿Algo más? Да, я также хочу что-нибудь поесть. Sí, también quiero comer algo. Я никогда не пью без еды. Nunca bebo sin comer algo. Кстати, который час? A propósito, ¿qué hora es? Сейчас 4 часа после обеда. Las 4 de la tarde. Как жаль. Qué lástima. Уже поздно. Ya es tarde. Мне нужно идти. Tengo que irme. Мне уже нужно идти. Ya tengo que irme. Без вина? Sin el vino? Без питья, sin beber, без еды, sin comer, как жаль, qué lástima. Создана открытая группа на Facebook «Испанский язык с Дмитрием Ершовым». В ней вы можете общаться, обсуждать уроки, высказывать свое мнение, делать заметки и предложения. Смотрите ссылку в описании. До встречи в следующем уроке.